Выбираем Жене зонтик. Надо обязательно купить зонтик, потому что от солнца. Зонт от солнца, потому что, ну, тепло. Надо все-таки себя беречь. Так, сколько они стоят? Вот 13.50 и 14.50. Я думаю, мы возьмем 2. Двухметровый возьмем побольше. А, ну да, нам надо побольше. 14.50, да, стоит? Это 14.50, а вот это будет подороже. Ага. А что, не стоит цена, да, у этого? А он вроде и такой же, как и этот. Вот такой нам зелененький понравился. Тебе. А тебе какой, Жень? Они одинаковые. Да, Женя меня спросил, какой мне нравится. Шляпки всякие. Ну, сейчас я покажу, сколько стоит. Допустим, вот такая шляпка стоит. Так, так, что цен нету? Где-то есть цены, где-то нету. Ну, вот такая стоит 6,95. 5,95. И разные цены. Фрукты продаются. Выбираем Женей. Выбираем вот такие кепочки, потому что, ну, надо, солнце светит, а голову надо беречь. 6,99, да, стоят они? Да. Ну, сейчас посмотрим, какие. Выберем себе. Так, сейчас я посмотрю. С птичкой Женя говорит. Надо, наверное, посветлее брать, чтобы... Ну, темная она все-таки голову может напечь. Правда, птичка тут, как он, пеликан или кто? Попугай. Попугай. Так, Мария закупилась. Зонтик взяла, кепочку взяла. Поехали загорать. Я хочу немного снять цветы. Не могу мимо них пройти. Все, мы приехали. Сейчас будем разгружаться. Вот такая у нас маленькая машинка. Коробчонка. Ну, едет шибко. Хорошо. Нам понравилось. И парковаться с ней хорошо. Маленькая. На тротуар можно занести. Да, Женя говорит, даже на тротуаре можно руками ее поставить. Ну, не, не такая она маленькая. Он пойдет. Так, сейчас покажу. Все, приехали купаться. Загорать, отдыхать. Ну, мы не загораем. На нас только солнце чуть посветит, мы уже, Женя, черные. Зонтик купили. Все, будем под зонтиком лежать, отдыхать. Так, мой тиандер готовится к погружению. Мария что-то увидела, наверное, рыбку. Погналась за ней. Ну, плыви дальше, плыви. Рыбку увидела, погналась за рыбкой теперь. Ну, все. Пошел за своей маской тоже. Идем теперь вместе с Женей с масками плавать. Вдвоем интереснее. И тогда я могу чуть-чуть поглубже заплыть. Подальше, от берега. А, не поглубже, подальше от берега, да. Одна я все равно еще побаиваюсь. Пойдем плавать с Женей. Всем хорошего солнечного дня. Пока.